And it's all you see. Кажу, да, доведу, він каже, ні. Києві холодно, сніг, мабуть, пішов. Сніг. В Києві сніг. Не знаю, да. А ви снігу ніколи не бачили, да? Здесь? Ні. Ні. Чуть-чуть айс. Ага. Маленький айс. Холодно чуть-чуть, говорить. Ага. Хорошо, вы живете в красоте. Не надо ни шубы, ни плащи, ничего. Давай, давай, я понесу туда. Все, спасибо, спасибо, спасибо большое. Хочешь бюллетенца? А там возьмем. А, ну мы... Спасибо большое. Вежливо, рыбой пахнет. Мама одела кепку. Да. Ну а что, зря я ее взяла. 30 градусов тепла. Сейчас вот меня вел помощнику, человечек их по территории. Все молодцы. Все такие вежливые. Провел помощнику, пошел. Я говорю, сколько градусов? Он сразу сказал 13. Да, говорю, не, голый идем, какой страна. А тогда говорит 30. Бежит по делам. Дела. Тоже попробуй побегать тут по вот этим подъемам, спускам. Да. Чокнешься. Молодежь надо. И те, которые хоть чуть-чуть хватают по-русски. Да, говорят, у них русский язык преподают даже в школе. А, может быть, молодцы. Ну, потому что туризм. Туризм, да. Как им без русского языка? Страна, им тоже надо прибыль чего-то делать. Угу. Все правильно. Нашого язика їм не обійтись. Вежливий, дуже вежливий. Ну, мама, а хто тобі буде, як це ти хотіла, щоб за такі гроші ти приїжджала, тобі хамілі? Як паспортистка яка-небудь в цьому, щоб тобі хамілі? Звісно, вежливий, це їх робота, входить в їх роботу. Вон для дітей там цілий комплекс. Так, я вижу. Там різні дітські. Я ще вчора завітила, коли ми перший раз йшли. Херня всяка. Там тоже купаться, все. Не, территория хорошая, отель хороший, ничего. Так. Вот тут, да, он очень большой, вот в разные стороны идет. Да. Не знаю даже, как его охватить, как его снять, показать, чтобы было понятно. Я даже не соображу, как это сделать. Вот. Ну, тут вот можно сидеть, видишь, он мужик сидит, ноги мочит. Тут можно отсюда садиться наверх и прыгать прямо в озеро. Да. Ну, самое теплое, это где мы остановились. И нет, тут тоже тепло. Видишь, сидит мужчина. Ну, да. И сидит. Ну, что ему делать, правильно? Спасибо, очень спасибо. Ух, горки такие. Вот, ну, видела, вот, как там. Все окей. Мы там видели экскурсию на батискаф. Ну, батискаф. Эй, батискаф. Мама тебе его обделала, твой батискаф. Кто будет мыть экскурсию на батискаф? Хочешь на батискаф, может? Куда? Вот сюда? Я, да ну куда сюда? Где тут батискаф? А ты понимаешь, что такое батискаф? А что это? Это под воду опускается. Нет. Я тоже думаю, что нет. Мы с тобой давай, может, пообедаем, возьмем такси, поедем в город, не хочешь? Подивиться город, центр города. Можно на рынок зайти. Но это еще рано брать. Да. Ты хочешь это, да? Рано, рано. Парень принес полотенце. Не успели дойти, уже принес. Уже обслужили. Ага. Спасибо. Такие мальчики хорошие. Спасибо вам. Мама мужа еще найдешь себе тут. В Украину. Египтянина увезешь. Да, это тебе укрываться. Если будет холодно, укроешься. Это хорошо, видишь, а мы там познакомились нельзя. Спасибо большое вам. Спасибо, братья, спасибо. Водичка там всегда помоет. Вот бар. А мы уже в бассейне плаваем. Как он сказал, 13.
градусов тепла. Вот этот человек, который мне помогал. Да, но 30, он говорит 13. 30 градусов. Боже, мы идем голые, а он тогда до Петрова говорит 30. А да. Красиво, везде цветы, везде все дело. Предусмотрено людям, чтобы люди приезжали. Впечатление остается. Не обязательно лазить на этих камнях. Вот это хорошо. Пропливи чуть-чуть, мало так. Пропливи. Ну чуть-чуть. Ну чуть-чуть не бойся, що там. От попливи, попробуй. Ну який топор? Ну руками трошки побарахтайся. Я ж тут рядом. Не бойся. От чуть-чуть вперед. От туда до от этого. До угла. От подтолкни себя чуть-чуть. И руками туда, если что. Доплывай и руками. Да. Пливи, не бойся. Я плавала по речке, знаешь как? Когда дно достаю, вот это я ем. Ну, тут пропливи сюда-туда, отак пропливи. Отак. Да. Там, где ты стоишь на ступеньках, вот туда и плыви. Там везде, там ты достанешь, да. Не бойся, чуть-чуть вперед подавай тело. Давай. О! Как здесь красиво, ты покажи все самое. Вот это сюда ты прибегал. Мама, чиится детский, хватай, плавай. Самойчик, слышишь? И в тебе не заберут их. Самойл, за ключом, за карточкой, да. Вот сюда приходил, да? А что там такое, контора такая, что ли? Да? Рецепция ихняя. А? Ну там, где мы поселялись. Ото, холод тут красивый большой. А где мы потерялись? Не потерялись, поселялись. Поселялись где? Где тебе цветок подарил? Поселялись, да? Да. Поняла. Вход, да? Вход. Вот такой. Проходите, пожалуйста. Нужно роликах ездить. Опять я дальше иду. Проходите, пожалуйста. Меня зовут Ахмед. Я говорю, да тут у вас все подряд Ахмеды. И мне так смешно стало со мной. Роза нам давали напиток. Дали браслеты, по-моему, там, да, самые? Браслеты дали, да, там? Да, да. Пливи теперь туда-сюда. Хватаю Тима. Слышал у специалиста. А мне что-то так страшно. Да что страшно? Пливи, не бойся. Вперед подавайся и спокойно, тебе спокойно плыви. Спокойно, да. Господи. Да не дергайся, как в конвульсиях. Спокойно. Молодец. А то, говорит, вы сердитой в этом говорили, да? Да ради бога. Я нормальный человек. Я всем все прощаю. Тут только гадости не говорю. Не бойся, плавай, мама. Туда-сюда, плавай. Теперь допливи от сюда, до угла. Возьмись потом за угол. И, а там ступенька уже сразу. Не бойся, пливи, давай, вперед толкайся. Вот, руками. И придерживайся, если что, за бордюрчик. Назад пливи. Пливи, не бойся. Чтобы не сгореть, главное, вот это белокожая. Вот и я тогда. Из Одессы пара. Сниму. Не переживай. А в Киеве сейчас снег идет. А эти люди снега никогда не видели. Что сделаешь? Тепло. Не надо ни шубы, ничего не надо. Вот эти лет, как у нас. Насколько легче одеться и таскать на себе барахло. Это хорошо. Это красота.
красиво. Там... Как в ресторане самой лечи, да? Я сразу днем думала, что это за веревочки на кустах? Вот такие, как пленочка. А ты говоришь, что это лампочки ночью горят. И правда, что ужинать уже, а вот темно. Ой, блин, тут глубоко. Смотрите, в бассейне. Вот насколько было... Вот это я стою на цыпочках. Насколько было плохо в Шри-Ланке. Класс. Как жаба. О, тонуть посреди с телефона. Он снимает. Так классно, точно, позорить. Жертва Бухенвальда. Не-не-не. Ну ладно, ладно, сейчас я сгонюсь. Папа! Она отдыхала в Египте, вот отец с сыном. В Украине откуда-то хлеб сын. Да-да-да, по-моему, пора из Шри-Ланки, в Турции отдыхала. Ой, хорошо тут вообще. Ой, классно вообще. Мои ножки. Тут как дрыща, слышали? Такое небо. Ваня загорает. Жить. Чеп-чеп-схуд. Мелитопольска. Кажут, что у мамы деменция. Что за бред? Почитайте, что такое деменция в Википедии. Что-что? Правильно, накинь парео сверху. Ты парео взяла? Ну так так. А, ну молодец, не взяла, чем ты думала? Деменция на ножках. Деменция совсем другое вещь. Она удивительно слышит новые слова, растерянно воспринимает. И что? Она плохо слышит, во-первых. Вся деменция. Ай, как классно, боже. Ой, какое наслаждение, так воду. Вау, все супер. Ой, водичка такая отличная. Ой, тут бар сзади, можно заказать себе все, что хочешь. Но я ничего не заказываю, стесняюсь. Я кончен. Мама тут француженку перепугала, куда воду. Мама стояла в воде посреди бассейна, так. Она и дивилась, зуба нема, такая, ге-ге-ге, на ней стоит. Така розпатлена вся, ноги розставила в бассейні. А то хотіла зайти, стояла, засміялась, вийшла. Щось мужика сказала, то її повів вокруг, туди зайшла в воду. Вона така, знаєте, як оторопіла, мама каже, чисто здрасте. І все, що... Привет вам из Египта, солнечно, 30 градусов жары сегодня. Бассейн с подогревом, конечно. Вот это вот такая глубина. Вот это вот я стою на цыпочках. Если я стану на пятки, все вот так вот. С головой ушел. Фу, на пятках нельзя купаться. Ну. Так что такие дела. Ой, хорошо как. Конечно, я не пробовал воду в тех бассейнах, где без подогрева. Я не знаю, что сказать, но тут хорошо. Женщина сидит такая ухоженная, молодец. Вытирая глаза целый день. Ухаживает за собой, наверное. Ой, хорошо. Ой, вообще. Ой. Рикса, намочил карточку эту от номера, не знаю, будет она это работать, карточка, что магнитная. Ключ магнитный.
Я проститутка. Солнце тоже пекучее такое, чьё лицо сгорело за вчерашний день. Я вижу, что только... А ничего, что загорел такое? Ну да. Ну что, сгорел? Красный, красный. И первый день красный, а то мы кричим. Там пошла. Уже опять красный. Египтянин. Там давай одевайся. Все, раз бы комнату собрал. Давайте, все хорошего вам. Да. Идем с мамой на обед. Да, идем прямиком в ресторан. С бассейна в ресторан. Первый день мы упустили, потому что мы пока приехали, уже ужин прошел. Да, мама, это люди знают. А вчерашнего дня начали ходить. Запоминай, день. Куда идти. Вот рецепция, вот там. Вот это вот туда к нам. А где? Да, куда ты сказал? Вот там рецепция, вот тут. Пошли, пошли, ладно. Ой, красиво. Куда сам сказал? Какая красота. Это мама на всю жизнь. Это гробовой тоски. Да. А жить осталось на две затяжки. А жить осталось на две затяжки. А я, это моя приказка. Говорю, жить осталось на две затяжки сигарет. А все, да что вы с ума сошли? Долго ж ты куришь, мама. Да люди же, если сидят на ногах, верите, нет. Тебе сложно, мама, поверить. Зачепила, зачепила. Тебе, мама, сложно поверить, что в тебе сахар. Сложно нормальному человеку поверить, что у тебя сахар. Сложно поверить нормальному человеку, что в тебе сахар. Сложно. Верят, верят, не верят, это их дело. Так, есть и трястись за сладким, так это... Там не сахар, а соль. Сегодня поплавала она и заставила, кажется, плавает туда. Потом с ней там поплавал. Поезд ушел и очень далеко уж. Ты на дрезине догонишь. Пойдем, зайчик, она уже сухая, меня и купальник, и все. Пойдем прям туда. В ресторан? Да. А что тут заходить? Зачем переодеваться, перебываться? Мы на побережье. Шлепка за шлепку. Я тебе... Мама, тут, по-моему, машина едет. Полуголая. И ничего, я должна... Что-то платье какое придумать. Тут это нормально. Футболочка, штанишки. Я опять сгорел, все, по-моему. Нормально. Да, семья из Казахстана дали крем. Спокойно. Дали крем помазать лицо. Ой. С одним заговорился, то с другим. Так что мне делать? Чтоб я чокнулся. Конечно, заговорился. Газон шикарный. Вот эти как ухаживают. Нигде ничего, ни листочка, ни... Вот красиво. Ясно, что бабушки нету кофейки. Скажут, бабка та Лиза с палкой. Богата, мабуть, баба, думают. Ну, ничего, думаю, стара. Богата была. Это или дети. Это цветы красивые. Я же не с Америки, что я бизнесмен приехала. Да если постарше меня собрал, такие бабки ходят, ты что? Когда-то такие костюмы только повыходили, вот эти. Мамка, они... сойди, машина сзади. Ага. Может, подвезу. У нас в Киеве передают снег, летит. Холодно, а тут 30 градусов. Дорожка отдельная. Ой. Вот такая территория. Там вон эти столы стоят для тенниса. Тут вот бассейны. Тут есть даже такие номера с этими с бассейнами отдельными. Персональными. Да.
выложены. Под днем они как вроде подплюнуты. А вот это крыночки там маленькие-маленькие. Мама, есть... тебе надо экскурсии вести. Да, горят вечером. Вот тут люди отдыхают уже. Очень красиво, боже мой. Так люди хорошо придут. Пускай приезжают все сюда. Вот. Обслуживают. Мама, ты помолчать можешь? Да. А территория шикарная, конечно. Все, да. Пришли на обед, взяли что-то такое, курица барбекю. Какая-то фрикадельки на вертеле. Какие-то такие хлебцы, типа оливье нашел. А для этого Самвел ко мне принес еще блюдо. Это какие-то... рыба, это стейки, это курица, это курица. Ну все, что мне можно. А до этого сынок мне принес, я уже, вот эта тарелочка стоит пустая. Там было как два бублечка. Ой, такие вкусные, теплые. Разломаешь, вот такое длинное с бублика, я думала, то кальмар. Он говорит, мамка, это лук. Луковые сделать? Кольца. А вот это, а сам бублик это что, кальмар? Это фритюр. Ой, кляр. Вот это возьмите. Самвелка, вот это отрежка. Сюда я буду. Сделай, пожалуйста, на. Тут рыба, рыба, курица, да? Спасибо. Девушка подошла. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Девочки, вы хорошо знаете русский, да? Знаете русский язык хорошо? Хорошо. Хорошо. Чтобы общаться. Давайте. Спасибо. Положи тарелку. Ты думала, чтобы тебе выдавили? Спасибо. Ты уже совсем думала, чтобы тебе выдавили под дела? Они вообще на самом деле. Пока мы приучимся... Вот и кабачки, по-моему. Пока мы к всему приучимся, ко всему, и уже надо будет... Салат из кабачков. Что это? Курица. Боже, який умничка, смотрите, положил мальчик, тут работает. Бляньте, сделал сердечко, собачку тут. Боже, який умничка вообще. И цветы такие, но не искусственные, конечно, все равно, как красиво. Смотрите, сделал, какой молодец. Все поубирал, поскладывал, все чистота, порядок. Смотрите, який молодец вообще, все сделав, и вещи. И повесил вещи даже, и тапочки сложил. Вот умничка вообще. Вот и тут водичку поставил. И сок поставил. Тут 4 бутылки воды целые. И там он 2 бутылки воды. Мы еще принесем, будем идти с пляжа. Иди зайди в номер, подивись, как молодец поубирал парень. А ты шо? Угу. И тут он водичку поставил. И новые шампуньки все поставил. Умничка. Ой, здесь были по... Все сделал, да, все чистенько, полотенце, все помыл. Угу. Вот. Окей, зайди дальше, подивись. Когда я пройду. Парень пробирает, уехал на ключи. Не ключи, а подивись, как сделал. Ой, молодец! Ой! Ой, вообще, ой, умничка, поменял и то, что я купальником, да. Обе заделала, как их, мокрый купальник был, я легла красный, наволочки с подушечек, черная, да. Была хорошая. И тут он, глянь, сделал. А теперь, гля, какое сердечко, а мне зайчик, а чекаму. Это собака, по-моему. А? Собака, по-моему. Собачка, да? Да, и уже пуговички собачка. Такие. Ага. А что это черный? Зайчик. Ну, а такие видно от пятилетних принадлежностей. Ой, это молодцы, крышечка. Боже мой. Молодец, халаты он. Сложил халат. Опять халаты чистые. Да, где же мой халат? Обратно. Ой, красиво. А мой халат где? А что ты в холодильник? А вот халатик новый висит. Ты молодец, парень. Умничка. Мне $10 дал, потому что... Это...
Не убирали два дня. Ой, красиво, грязно. Ну, смотри, все у нас на месте. Не кидай, не кажи, что я кидаю с деньгами, потому что я думаю, ему они не лишні будуть. Я ж не на вітер викинула человеку, да. И мы думаем, ему приятно. Мені б тоже було приятно, если б мені хтось дав. Ой, молодец, от умничка. От вода, став її в холодильник. Да, вон да, там да. Дві бутылки, вот еще дві бутылки. Давай, давай, що поможу. Давай, сюди. Ставь. Загружай себе. Ты показал, сынок? Да. Как убрал, да? Да, да. Красиво. Пока мы обедали, молодец, трапезничали, он красиво. Пока на пляже валялась, человек умничка сделал. На кровати показал, сынок, да? Да. Показываю все, хай девчата есть смотрят воду. Мои. И водички вот напьем. Вот тут складывай. Сейчас, да, что влезет, сейчас, значит. Ну так, и не мне понакладывал. Вот так вот туда, стоя, и чипсы можно, положи мне. Ну, наверх можешь кинуть, да. А вот сюда, и пиво положи. Стоя влезет, сынок. И стоя вот влезет. Сюда. Вот это можно маленькое. Вот сюда, сыночек. Во-во, лёжа ложит. Влазит вот сюда. И то он там уже есть. Давай. На. Давай, чтобы ты пила. Мама, без воды. Вода. Ты что, это кислород? И не туда, и не сюда. Не сюда, да, хоть и кажут, все. Нема мамы этого, подожди, сюда, диабета. Что хочешь, ты думаешь, бачите, степи воды? Сюда. Я убытки, так ты платил за воду, все. Да? Не, не, ну, я за уборку просто заплатил, ну, ничего поняла, не за воду. А за воду можно нам и на, с пляжа да нести. Можно, да, это просто я ему говорю, поставь, да. Откуда хочешь? Что не закрывается, мама, сейчас, на перлы. Какой? А ну, перлы, что не закрывают. А ну, о, не-не-не, что-то еще надо, не подожди. Не то ли вот ну, эти. Ну, кладуй, бо я, ты в туалет не хочешь? Иди, бежи, ты недолго будешь. Не. Я что ты будешь брать? Лед. Откуда? Твоего сока. Мама. Это вот ребята из Казахстана, дети. Дети. Данил неутопаемый. Забрызгай его. Забрызгай Данила неутопаемого. Утопи Данила неутопаемого. Прыгай на него сверху. И под воду тяните его. И будет Данил. Вот это молодец, мала. Сразу кинулась. Мама, иди, иди, иди ты туда, мама. Мама зашла в мужской туалет. Бог милый. Чух. Такси. Местное. Опа, палочка стоит. Двери закрывай. Это мужской туалет, понимаешь? Мужской. Да, мы не туда зашли. Ну ты не туда, а не мы. А я шел туда, тут ничего не нарисовано. Как не нарисовано? Вот с этой стороны. Вот, мужской туалет. Ты еще сидишь, двери не закрыла. Люди проходят, мимо заглядывают. И переляк получат. Теперь я вижу, что мужские, пожалуйста. Пошли.